наше платье, платье Ребекка. Ань, что мы можем сказать про этот крой? Кому он пойдет? Он пойдет абсолютно всем типажам фигуры. Свободный крой, с легкой приталенностью. Будет легко и мягко подчеркивать очертания вашей фигуры, при этом будет скрывать какие-то секреты. Например, благодаря свободному крою мы с вами никогда не увидим животика. То есть здесь подходит к фигуре яблоко. Сдвоенные размеры также могут не переживать, потому что у нас с вами свободный крой по нижней части. Нам с вами необходимо знать только объем груди. Объем груди нам позволяет правильно выбрать свой размер. Размерный ряд от 48 до 54. Берем размер в размер, но это платье еще и позволяет выбрать на один размер больше. Небольшой оверсайз в этой модели позволителен. Посмотрите, Наталья нам показывает, что есть еще удобные карманы. Кстати, они скрылись у нас с вами именно в боковом шве, поэтому если вы не хотите ничего класть в кармашки, то их никто и не заметит. Итак, давайте посмотрим на выбор Натальи. Наталья носит 48 размер, а рост у нее 172 сантиметра. И она для себя выбирает платье размер в размер. Идеальная посадка, хорошая прибавка на свободное облегание, хорошая длина рукава, прикрывает ручку до локоточка. Опять же, это очень важно для женщин с пышными формами или у тех, у кого уже произошли возрастные изменения ручки. Мы с вами все прикрыли и придали себе уверенности. И тут же мы видим, что рукав абсолютно свободен, а значит, ваша рука будет смотреться более хрупко, и вы будете выглядеть более утонченно. Что касается длины, многие уже звонят и спрашивают, как на мне будет сидеть это платье, какой длины будет для меня оно. Поэтому давайте произведем по спинке все необходимые замеры. Итак, мы с вами, давайте чуть-чуть повернемся. Итак, давайте мы с вами померяем платье и зафиксируем длину. 98 сантиметров. Такая длина универсальна, потому что она подходит абсолютно всем ростовкам. Как я уже говорила, у Натальи рост 1,72 м. Посмотрите, у нее доходит до середины коленной чашечки. Это замечательно, потому что для женщин более низкого роста коленная чашечка будет перекрыта. А все, что у нас на ладошку выше коленочки или ниже, абсолютно допустимо в любом месте. Ну и, конечно, очень важно понимать, что это платье очень удобно надевать через голову, потому что по спинке у нас скрывается потайная молния. Именно она позволяет нам с вами выглядеть, ну, просто потрясающе. А что же добавляет в себе Наталья? Ага, именно сумка Глория сегодня завершает ее образ. Сумочка небольшая, как раз замечательно отправиться на торжественное мероприятие, положить телефон, ключи, ну и, может быть, документы. Все, больше нам ничего с собой брать не надо. Эта сумочка вмещает все самое необходимое и не занимает много места. Ну и, конечно, самая выгодная цена сегодня у нас в прямом эфире на сумку Глория. Всего 690 рублей. 89216 номер этого лота. Конечно, такая сумка станет незаменимой и в летний период, и, конечно же, в сезон отпусков. Вот такая сумочка пригодится нам в любом путешествии. Мы будем знать, что все самое необходимое у нас при себе, благодаря вот такой вот изящной стильной сумке. Итак, у нас последние 20 секунд нашей презентации. Осталось всего, несмотря на то, что это новинка, 50 платьев Ребекка. Я напоминаю, что у нас есть два цвета на выбор. Это сиреневый и глубокий зеленый. Платье сегодня идет с огромной экономией в 2500 рублей. 1490 рублей. Оплата только после получения. Успеваем ли мы сказать, куда мы можем отправиться в этом платье? Конечно, успеваем. Мы сможем с вами отправиться и на работу. Даже летом можем пойти в таком платье. И можем отправиться на торжественные мероприятия, на свидание, на встречу с друзьями. Вы получите массу комплиментов. Это платье будет вас странить. Не забывайте, сочетание цветов, диагональное расположение принта позволяет не только быть стройной, но и вытянуть ваш силуэт.